Опять у нас зонт упал. Вышла, хотела сделать, потом думаю, ладно, не получается. Уже сегодня третий раз падает. На улице ветер, ну, не такой прям, очень теплый. На улице, кстати, 21 градус, что ли, вообще теплый. Что-то куртку надела. Вот, хорошо так. Девчонки поехали с папой. Папе надо в офис там переговорить с человеком. Ну, и там рядом бабушка с дедушкой живут. В общем, пойдут, проведают. А я с Альбиночкой осталась дома, потому что у нас тут некоторые, у меня некоторые дела по дому есть. Я решила остаться дома спокойненько, все сделать, чтобы мне никто не мешал, потому что с девчонками трудно, они постоянно отвлекают. Вот, а когда с Альбиночкой вообще никаких проблем нету. Альбиночка сейчас спит, ну даже проснется, буду спокойно делать свои дела. А вечером, ну если он не сильно не задержится, то, может быть, съездим в магазин, там кое-что подкупим. Вот, в общем, посмотрим. Ну, на улице прям прелесть. Так что надо мне заканчивать дела и идти на улицу, наслаждаться. Потому что через несколько дней градусы упадут, будет 4 градуса. Несколько дней будут дожди, 5 дней, что ли. Ну, так, по крайней мере, прогноз погоды говорит. 5 дней будут дожди. Будет дождь, будут дожди, будет дождь, будет низкая температура, поэтому на улицу не выйдешь, так что нужно наслаждаться, пока тепло и хорошо. Вот, побежала я делать. Представляете, я сегодня вообще какой-то клюк словила. В общем, выключила телевизор, утром включала, там мультики шли, потом выключила, никого дома не было. И рада была в туалете. Я все повыключала. Пошла там на кухню что-то там делать, пока туда-сюда. Пошла в ванну к Раде. Ну, зашла там тоже, пока разобралась там с бельем. Выхожу, телевизор включенный. Я такая вообще не поняла. Говорю, Рада, прикинь, телевизор включенный. Она говорит, как включенный? И бац, он включенный опять. Я его выключила и говорю, как это так, вообще ничего не поняла. Хожу такая, говорю, вроде, а у нас пульт от телевизора, он сломался. То есть его можно включить только либо через телефон, у меня здесь пульт есть, либо на телевизоре кнопку. Ну, то есть так его никак не включишь. Я такая, ну нифига, у нас что, этот портал есть, что ли, завелся какой-то? Какие-то паранормальные явления. Ну, я точно выключала, потому что я помню, как я такая, все, никого нету, телевизор не нужен, буду заниматься делами. Подошла его, выключила, потому что Альбиночка спит. Думаю, нечего тут просто так, чтобы он шел. В общем, выключила и пошла. Тут бас он опять включенный. Либо он уже сам тупит, потому что он там у нас уже еле дышит. Может быть, он сам как-то автоматически включился, в общем, не знаю. Но уже не первый раз, кстати, я это замечаю, просто раньше как-то не придавала значения. Я думала, может, там девчонки или кто, уже такое было, что бац, он включенный. Я говорю, выключили? Нет. Но я думала, может, они, ну, видимо, что-то, короче, не знаю. Может, он сам уже у нас включается, выключается. В общем, смех и грех. Все, они уже пришли, и Радочка пошла еще немного погулять. И Джирюшка тут играет в эту собачку. Берем готовить мясо кавырма. Рецепт будет у него на канале. Пахнет вроде вкусно. Ну, я... Может, не вкусно? Не, ну, ты знаешь, я к мясу вообще ровно дышу. И вообще у меня что-то... Ты что? Я раньше так делал. Тебе как было нравиться? Да я знаю, ну, ты же знаешь, я особо прям так мясо не люблю. Только когда ты приготовишь, могу поесть из уважения к твоим золотым рукам. Я буду есть, ничего страшного. Ты будешь есть? Тебе что, плечо в чем? Ребенком с тобой я буду есть. В чем-то плечо в белом. Да, ребенка. Ребенка. Мы никуда не пошли. Ну, вот они где-то час назад приехали. Мы никуда не пошли, у меня болит что-то живот сильно, вот, поэтому мы, так что сегодня я так и не вышла, не насладилась, да, не насладилась я погодой, так
провозилась весь день дома, так и не дыхнула кислороду. Вот, но у меня вообще живот жесть прям болит. У меня редко такое бывает, но прям вообще очень болит. Что я прям не могу. У меня даже... Возьми, возьми. Даже аппетита нету. И вообще, я думаю, что у меня нету аппетита, потому что я встала на весы, увидела, что я поправилась, и меня что-то это так замкнуло. Что мне стало, короче, страшно, и, видимо, из-за этого у меня нету аппетита. Прям какое-то отвращение к еде. Ну вот вообще, вот как-то я ем, конечно, но у меня как-то вот комок какой-то в горле, слава богу, встал. Потом, ну, у меня, честно, у меня что-то стало как-то даже самочувствие какое-то такое странное. Я еще встала на весы, прибавила, представляете, еще 3 килограмма я прибавила, 3 килограмма. И, короче, я раскабанела просто реально очень сильно. И уже... О! Ты подтвердил, что я раскабанела. Вот, я, короче, расстроилась. А? Это штука была. Ну, стала вообще огромная. Бегемотиха. Я... Ты вчера смотрела бегемотик как бегает? Ты сказали, ладно, я бегемот, правильно? Да. Ага, возьми ребенка. Смотри ты. Как они делают? В общем, я как-то не то, чтобы я не знала, что я не маленькая. О, залезла к папе. Просто как бы уже смотрю, думаю, ну что-то уже беспредел какой-то творится, и мне как-то внутри все защемило. И все, в общем, я решила, что все, надо прям вот сейчас еще про так сегодня, вчера, да, раз, два, три, четыре. Через два-три дня посмотрю, как там это. Я уже все, начну худеть. И пофигу, что там новый год. Ага. Ага. Идите сюда, покажу. Опа, на папочку залезла. Вот, в общем, 3 дня подожду, потому что есть на то некоторые причины. И все, я начну в поте лица заниматься, худеть, потому что... Мне-то пофигу, в принципе, Новый год, не Новый год, потому что у нас-то тут нет такого, чтобы мы тут 10 дней застолье у нас было, обжираловка какая-то. Поэтому начну худеть. Ну, конечно, Новый год я себе что-то позволю в любом случае. Но все, начинаю худеть, иначе давай, все. Я чу... Давай, молодцы! На папочку она залезла. Поцелуй маму. Да, не папа, а мама поцелуй. Мама поцелуй. Да мама поцелуй! Не папа, мама, мама. Да слушай, ты меня поцелуй. Спасибо. Спасибо, вау. Да папа хватит уже, ты уже много раз его поцеловал. Поцелуй мамочку еще раз. Мама, чего чего тебя говорит, слава? Не надо это говорить, идите. Тихо, тихо, тихо. И рада, Эджелин уже каждый день много новых слов узнает, вообще все больше и больше. Сейчас что ни говори, все повторяет, в общем, прогрессирует. Что-то говорит вообще важно. Да, некоторые важные слова, а те, которые ей не надо. Вот, в общем, все. Самочувствие не очень, поэтому нужно избавляться от килограммов. Молодцы, ушла специально в зал, что кабиночки, чтобы сказать, они пришли сюда кричать. В общем, еще представляете, где-то дней 5, как я стала просыпаться, и у меня опухают руки и болят сильно. И я вот в течение всего дня хожу, вот у меня болят прям, я не понимаю, в чем причина вообще. И папуль, ну вы можете не кричать, но я же говорю, ничего слышно не будет. И это, и ноги, представляете, вот, не, ну, сначала руки у меня опухали, по утрам прям вот я встаю, и они прям как немеют, очень больно. И в течение дня они отходят, но все равно болят, вот особенно когда вот я сейчас поднимаю или когда опускаю. И это, ноги, вот несколько дней назад заметила, что у меня ноги припухли. Вот, как отекли или что, не знаю. Вот я все-таки думаю, что это вот я из-за лишнего веса, потому что, видимо, не сильно много набрала. Я никогда вообще столько в жизни не весила. Даже в свои самые отвратительные времена, когда я считала, что я вообще просто
кусок жира, и я и то, да я беременная и рада пошла рожать, 83 килограмма, так я за беременность 20 с чем-то набрала. Понимаете, это была у меня беременные килограммы. И я когда родила ее, я сразу десятку скинула и была вообще просто огромная. Помню, как я там худела, старалась, была 70 с чем-то. А сейчас я просто почти 90, представляете? Еще несколько килограмм, и я 90. У меня бюро весит 90 с чем-то. Короче, жесть, мне так прям стыдобуха реальная. Я не знаю, либо у меня... Я не могу сказать, что я много ем там или еще что-то. Нет, я не ем много там, я не ем чего-то. Вообще несколько дней я даже особо, даже сладкого вообще не ела. Вот, и ничего такого вреднючего вообще не ела. То есть особо ничего такого. Я, ну, говорю, даже, ну, аппетита особо нету. Но я так предполагаю, что у меня, видимо, какой-то сбой, что ли, произошел. Ну, сейчас я начну, попробую, в общем, начну худеть. Перейду на правильное питание, ну, не буду голодать, конечно, буду ходить там, делать упражнения, посмотрю, если результат будет, буду продолжать, если результата не будет никакого, то пойду к врачу, может быть, у меня какой-то, ну, на фоне моей проблемы по-женски, плюс после родов, может быть, у меня какой-то сбой в организме, потому что реально я такой огромной слонихой не была никогда. Это вообще ужас просто. Честно, уже даже передвигаться тяжело. Хожу прям еле-еле, душа в теле. Нифига себе, папуль, ты офигел? Показывает мне, сколько у него просмотр на ютубе. Ну, суммарно, за 2 дня. У тебя во сколько? 6, ну, в 4 раза больше, чем у меня сейчас. Вообще, несколько дней не снимала, ну и ты не снимал. Все, прекращаем к нему подписываться и смотреть его видео, а то он меня перегоняет. Шутка. Молодец. Молодец, папуля. Ответь хоть на комментарий. Там столько, очень много у тебя комментариев. Что-то понимаешь, что-то не понимаешь. Ну, сейчас это. А то мне на почту приходят каждую секунду оповещения. Молодец. Ну все, пока закрываюсь. Наболтала. А то рука сильно болит уже. Это как мне кто-то там написал, потом удалил. Про то, что не болит ли у меня что-то, не трудно ли мне что-то с какой-то палкой там бегать весь день. А я думаю, с какой же там палкой бегаю весь день. Вот, ну, в общем, типа подкололи меня, что я весь день бегаю с камерой. А я думаю, интересно, как же можно с 3 детьми, вот, когда нету ни помощников, никого, куча обязанностей, как же можно весь день бегать с камерой, вот мне интересно. Если я беру в руки телефон, это вообще там... На 2 секунды быстренько и то. Так, между делом. А которые видео, вот сидеть, болтать, что-то такие, я их снимаю вообще по ночам, когда все спят. Я сама хочу спать, но я как бы сижу, снимаю, потому что нужно мне, другого времени нету, поэтому я сижу, вот снимаю по ночам. А такие вот так быстренько возьмешь, заснимешь и все. Как интересно, можно с 3 детьми бегать постоянно с телефоном. Тут-то с одним ребенком взвывают, ничего не успевают, и еще и с 10 помощниками. А тут одна с 3 детьми еще и подкалывает, что, видите ли, бегаю с телефонами и со всем остальным. Что? Тут молодец, тут хочешь, не хочешь. Обязанности целая куча. Тут как конвейер, с одной разобрался, да, Эдзирюшка? Молодец, как красиво, со второй, потом третья, и так идет. С одной разобрался, вторая пошла, со второй разобрался, третья. С третьей разобрался, уже первая на подходе. Вот, поэтому дел куча. Пока, конечно... А иди, папа тебя завяжет. А, или давай, я тебе... А ты же завязал сама, не? Давай завяжу. И, кстати, я думаю, что... Успевать с детьми, там делать что-то по дому и все такое, еще успевать там общаться с людьми, то есть, ну, я имею в виду YouTube, да, снимать видео, как бы так, можно сказать, связь с внешним миром поддерживать, мне кажется, это здорово. Если бы я занималась только детьми безвылазно, вообще в этом я, ну, такой человек, как я бы вообще с ума сошла. Если бы я еще не общалась вот так вот, у меня не было бы такого хобби замечательного, которое меня бодрит, которое это все равно... А ты хочешь снять?
Сейчас сниму. Вот видите, даже сейчас я записываю видео, уже 10 раз отвлекли. Вот. Ну, сейчас я куплю этот трипод. О, спасибо, свет включила. А, куплю трипод. Да. Эбебек, да. Поедем в Эбебек завтра. И это... Что говорила, отвлекла меня, господи. Куплю трипод, и можно будет уже ставить камеру, чтобы когда я там с девчонками, мы там играем, чем-то занимаемся, или я там на кухне, например, готовлю или что-то делаю, можно будет уже поставил камеру и делай тоже уже так, потому что так не очень удобно снимать. Да бебек, бебек. Ладно, закрываюсь. Сейчас брат Берова приходил, принес рыбку, лук, вот, да, лук и рыбку, да? Угу. Чужушка кушает рыбку. Вкусно? Угу. Угу. Ну, кушай, приятного аппетита. Горяченько? Ты не будешь? А? Ты не будешь? Нет. Хамси классно. Как нет? Ты любишь такой, почему так говоришь? Да почему люблю? Иногда могу поесть, что люблю. Я говорю, живот будет. Я понимаю, но надо что-то полезное ешь. Вот, смотри. Да, ничего нового. Я как и сделал, такое они. Красиво делают. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.